Здравствуйте. Не скрою, меня тревожит, что нас тут не очень много. Мне было бы намного проще, если бы... Давайте кто-нибудь включит камеру и хотя бы зафиксирует тот факт, что мы вообще собрались там, где нужно. О, отлично, так у нас стало 5, считая меня. Так. Так, у нас стало 6. У нас стало 7. Ну, давайте попробуем. Значит, если здесь есть какой-нибудь человек, который прибыл сюда для участия в занятиях по арифметике, будет неплохо, если этот человек как-нибудь это подтвердит, скажем, в чате, сказав, что да, он сюда явился заняться теорией чисел, и он десятиклассник. Отлично. Ну, хорошо. Ладно, значит, у нас 17.00, мы можем исходить из того, что занятие происходит. Я призываю людей, которые хотят, чтобы от этого занятия была какая-нибудь польза, включить камеру. То есть, если таких людей будет 0, то от занятия не будет пользы никакой и никому. Если таких людей будет 1 или 2, то польза будет им. Если их будет несколько больше, то с какого-то момента критическая масса достигнет нужной величины, и польза будет всем. Вот. Ну, пока что мы будем исходить из того, что польза от этого занятия не будет никому, и камеру поэтому включать никто не будет. Поехали. Мы собирались сегодня немножко поговорить на тему арифметики. Я исхожу из того, что какие-то базовые познания в арифметике у всех собравшихся, кто, по крайней мере, собирается на Всероссийскую олимпиаду по математике, имеются. Ну, значит, я поговорил о каких-то нюансах, что может пригодиться в жизни. Арифметика, которая может вам встретиться, вертится вокруг устройства делимости натурального числа. Ну, и там есть некоторые базовые вещи, которые полезно вспомнить. Вообще, разговор об арифметике и делителях натурального числа – это, как ни странно, очень часто разговор о неравенстве. Давайте я приведу 2 совершенно дурацких примера. Оба, кстати говоря, позаимствованы с относительно недавних всероссийских олимпиад, поэтому, возможно, даже какие-то из них кому-то из собравшихся просто знакомы. Вот совершенно такой дурацкий пример. Я ведь могу обзывать дурацкой задачу собственного автора, чтобы было примерно понятно, что бывает. Имеется бесконечная возрастающая последовательность натуральных чисел. А1 меньше, А2 и так далее. Да? И у каждого из этих чисел нашли по простому делителю. То есть эти простые делители P1 меньше, P2 меньше, P3 и так далее. Соответственно, каждое простое число является делителем
скатывать члена последовательности. Если кому-то окажется не видно на этой доске, то, пожалуйста, без колебаний пишите в чате. И, о чудо, оказалось, что для любых натуральных номеров n и k, а n минус акаты, есть pn минус pk. Надо доказать, что просто все числа аиты простые, то есть наша последовательность состоит из простых чисел, ну и тогда, конечно, простые делители, которые у них выбирались, это они сами, и то равенство, которое написано в условии, это просто разность двух каких-то чисел всегда равна разности их самих. Почему так? Ну, это такой, я начал специально с глупого примера, чтобы было понятно, каким образом в такой вроде бы науке о равенствах, как делимость, начинает действовать соображение, связанное с неравенствами. Соображение такое. Что означает, что вот эти разности всегда равны? Давайте чуть-чуть это перепишем. Это означает, что АН минус ПН – это АКТ минус ПК. Ну, то есть, каждая из наших чисел АИТы больше своего простого делителя всегда на одно и то же число. То есть, давайте прямо так и запишем, что АН – это всегда ПН плюс С, вот эта разность, она общая у всех наших чисел. А теперь я хочу произнести совсем глупое неравенство. Значит, смотрите, что такое делитель натурального числа? Pn – это an, деленное на что-то натуральное, на какое-то d. То натуральное число, на которое мы делим, это либо 1, либо уж хотя бы 2. Давайте подумаем, что означает, что оно хотя бы 2, что pn – это не больше, чем АН пополам. Ну, то есть, оно меньше, чем АН, хотя бы на АН пополам. Ну, понятно, что если мы далеко пойдем по нашей последовательности, то АН пополам будет больше этой константы. Ну, значит, такого не может быть. То есть, эта константа не выдержит. Ну, замечательно. Это означает, что, по крайней мере, при всех достаточно больших n, это d, это просто единица. Ну, то есть, там, где наши простые числа большие, а n равно pn, ну, и, значит, это константа 0, что и требовалось доказать. Ну, это совсем глупая задача. Просто я обращаю внимание на то, что а, неравенство в таких вот нехитрых арифметических задачах присутствует более или менее неизбежно. И б, специфика этих неравенств такая. Вот. Оказалось, что мы делили натуральное число на что-то натуральное. Это либо 1, либо уж хотя бы 2. Ну, тоже не очень умная мысль, но тем не менее. Ну, давайте, может быть, еще попробуем по-другому посмотреть на эту задачу под чуть-чуть каким-нибудь углом. Вот можно так. Это не очень сильно отличающееся решение. Но все ж таки. Еще раз мысль, которую я хочу напомнить. Что такое делитель натурального числа? Это результат деления этого числа на что-то натуральное. Ну, давайте посмотрим. Вот пусть pn — это АН, деленное на ДН. Я на Н шаге делю на Н натуральное число. Давайте посмотрим, как ведет себя вот эта последовательность Дшек. Ну, смотрите, вот пусть ПН — это АН делить на ДН. На что я делю ПН плюс 1? Значит, pn плюс 1 – это
Что такое? Это АН на ДН, то есть ПН, плюс, ну, то, что я добавил, ПН плюс первое минус ПН. То есть это АН на ДН плюс АН плюс первое минус АН. Как интересно. Я узнал такую вещь, что АН, ну, давайте еще перепишу, что это АН плюс первое на ДН плюс первое. То есть оказывается такая интересная вещь, что АН плюс первое на 1 минус единичку на ДН плюс первое, это АН на 1 минус единичку на ДН. Так, наша последовательность возрастает. То есть вот в левой части первый сомножитель больше второго. Тут так интересно. Если вот эти вот скобочки больше нуля, то поскольку АН плюс первое больше, чем АН, то наоборот, 1 минус единичка на ДН плюс первое меньше, чем 1 минус единичка на ДН. То есть ДН плюс первое меньше, чем ДН. Что это такое интересно открыл? Что если у меня член последовательности возрос, а делил я на что-то такое, чтобы эта скобка была больше нуля, то вот этот делитель уменьшился, это натуральное число, ДН уменьшилось. Но мы не можем это натуральное число уменьшать до бесконечности, очевидно. Так, погодите, а я оговаривался, что эта скобка больше нуля, а как она еще бывает? Ну, смотрите, это единичка минус единичка на натуральное число. Она бывает нулем, только если число 1. Ну, то есть, либо все эти дэшки, на которые делил, это сразу единички, либо они убывают. А последовательность натуральных чисел бесконечное убывающее существовать не может. Вот это еще одно очень ходовое соображение, которое часто встречается в такого рода задачах. Чуть более интеллектуально, но тоже, в общем, очень чуть более. Ну, бывают такие задачи сразу, в которых надо не бесконечную последовательность, смотрите, писать какие-то частные неравенства. Ну вот давайте я еще раз беру пример такой не очень хитрой задачи. И тоже с относительно недавнего мероприятия задача такая. У натурального числа n выписали в порядке возрастания все его делители, кроме единички и самого этого числа. А потом прибавили один к ним ко всем. Получился опять какой-то набор натуральных чисел, выписанных в порядке возрастания. И, о чудо, оказалось, что это все натуральные делители снова какого-то числа m, ну, кроме единицы и m. Ну, спрашивается, при каких n такое могло случиться. Вот давайте опять поиграем в те же самые соображения. Там есть еще одна мысль, она часто помогает, тоже я сегодня ничего умного говорить не собираюсь, что делитель делителя натурального числа – это всегда его делитель. Значит, смотрите, что здесь я вижу. Вот здесь были какие-то все делители числа n. Я не буду каждый раз оговаривать, что кроме единички и себя. Они все были больше единицы. Когда я увеличил на 2, они все стали больше двойки. Как интересно. Это означает, что двойка в список делителей числа m не входит. Число m нечетное. Значит, все эти делители нечетные. Тогда все эти четные. То есть, оказывается, у исходного числа n в
все его натуральные делители только частные. Ну, давайте я попробую проверить, что я еще не потерял связь с Землей. А что значит, что у числа n все его делители четные? Кто бы мне помог это понять? Что это степень двойки? Большое спасибо, Максим. Да. Вот. Ну да, тогда мы знаем, что это за делители. Это там 2, 4, ну и так далее. Давайте посмотрим, как такое бывает. Какие возможные варианты? Что это только двойка? Ну да, у числа 4 единственный собственный делитель двойка, а тройка, соответственно, это единственный собственный делитель числа 9. Окей. То есть мы нашли возможный ответ. Сделаем следующий шаг. Были двойка и четверка. То есть тогда у числа m список собственных делителей это тройка и пятерка. Ну, это тоже бывает, да. Вот это делители числа 8, это делители числа 15. Так, дальше бывает. Ну, давайте посмотрим. Тут 2, тут 4, тут 8. Тогда делители... числа m это 3, 5 и 9. Ну... пожалуйста, оно делится на 3, на 5, не на 9, но тогда оно должно делиться на 15. То есть где-то в этом списке должно дальше появиться число 15, причем как собственный делитель, 15 это не само число, само число теперь на 9 делится. Ну, 15 дальше не появится, там если дальше писать, должно быть 17. Ну, это такое решение, ну, почти совсем без алгебры. Да, хорошо, а если с алгеброй... А если с алгеброй, то есть еще одно соображение, которое я хотел публике прорекламировать, такое. Если вы выпишете по возрастанию все делители некоторого натурального числа, а потом поделите n на все эти делители, то, очевидно, вы получите снова те же самые делители, только в обратном порядке. Но причина очевидна. Когда вы делите число на его делитель, вы, знаете, получаете еще один делитель. Почему по убыванию? Потому что эти шли по возрастанию. Почему все? Ну, потому что тут все, кроме единички и n делителей числа n. И тут получатся какие-то делители n, кроме единички и n, и все разные. Ну, знаете, отсюда, в частности, вытекает, что эта картинка, она, так я бы сказал, мультипликативно-симметрична, что числа, стоящие на одинаковых расстояниях от конца, имеют произведение n. Там, d первое на dk это n, d второе на dk плюс первое это n и так далее. Окей, и то же самое, правда, для этих чисел, увеличенных на 1, потому что эти числа – это тоже все делители какого-то теперь уже другого числа. То есть я могу там то же самое написать, что d1 плюс 1 на dk плюс 1 равняется d2 плюс 1 на dk плюс 1 плюс 1. Как интересно. Ну, давайте повычитаем. Значит, что я вижу? Если здесь раскрыть скобочки d1 dk – и до 2dk плюс 1 уйдут. Окажется, что d1 плюс dk плюс 1 это d2 плюс dk минус 1 минус 1 плюс 1. То есть у пар чисел d1 dk и d2 dk минус 1 совпадают и суммы, и произведения. Что это за пара? Это одна и та же пара. По теореме Виета. То есть, вот оказывается, вот эти два числа и следующие два числа нам известны. То есть, это просто те же самые числа. Что это говорит? Ну, что делителей не больше двух в этом списке. Ну, разве что еще, может быть, вообще один, тогда мы просто сразу этого не написали. Ну, то есть, наше число имеет либо один, либо два собственных делителя. Помогите мне, пожалуйста, что это значит, что если у числа, кроме единицы его самого, ровно один делитель. Что это число такое? Нет, нет, нет. Микрофон, конечно, включить нельзя, я понимаю. Да его и нету, скорее всего. Разве бывают современные смартфоны или компьютеры с микрофоном?
Что значит, что у натурального числа ровно один собственный делитель? Это квадрат простого. Ну, я уж не буду спрашивать, почему народ вроде бы. А если 2, что это число такое, если у него 2 собственных делителя? То есть вот такая проблема отсутствия обратной связи. Если этот вопрос действительно А. Нет, это неправда. На самом деле это не обязательно так, что это произведение двух разных простых. Либо куб простого. Спасибо большое. Ну, давайте обсуждать, как такое бывает. Значит, какие возможные варианты? 2 делителя. Тут было одно простое число P. Это один делитель. А тут одно простое число p плюс 1. Ну, я знаю, что это за числа. Это 2 и 3. Наши числа, соответственно, 4 и 9. Хорошо. 2 собственных делителя. Это 2 разных простых. То есть тут были простые числа p и q, а я добавил к ним единичку, стали простые числа p плюс 1 и q плюс 1. Ну, это, наверное, слишком. 2 простых чисел, которым можно прибавить единичку, чтобы снова получились простые числа, мы не нароем. А ну, значит, куб простого, такого, что p плюс 1 это снова простое. Ну, это куб двойки, да. В общем, разобрались как-то. Это не очень сложная вообще материя. Там, как видите, ничего, кроме того, чтобы аккуратно считать делитель, ну и вспоминать эту пару идей, которые я вам сказал. Я в бумажку вам сегодня выдадут, вставил пару задач про это. А мы сейчас поговорим чуть-чуть о других вещах, которые иногда бывает нужно знать для того, чтобы решить какую-то, скажем, арифметику на всероссийской олимпиаде. Следующая вещь, которая, чтобы решить такую задачу, это вот что. Сколько... Как вообще устроены остатки отделения степени натурального числа на что-нибудь? Чаще всего на простое, но иногда и не только. Ну вот, можно я задам такой странный вопрос, чтобы было вообще понятно, о чем я хочу поговорить. Скажите, пожалуйста, я взял какое-то натуральное число и стал считать, возводить его в степень. И у всех этих степеней стал находить остатки отделения на 17. Ну, очевидно, этих остатков будет какое-то конечное число. Сколько их может быть? Можно писать в чатике. Сколько остатков могут давать при делении на 17 степени одного и того же натурального числа? Ну вот, один ответ уже поступил. Этот ответ, не являясь правильным ответом, является неоспоримо верным соображением, что не больше 16. Потому что либо мое число делится на 17, тогда вам все остатки 0, либо оно не делится на 17, а там все остатки не 0, их всего 16. Да. Там все количества бывают, и там. Есть число, у которого этих остатков, там, не знаю, 5, число, у которого их 2, число, у которого их 11, вот все возможные варианты. Или как-нибудь все устроено иначе. Это важный вопрос, он меня интересует. Один, два, четыре, восемь, 16. Ну, насчет того, что все 16, всегда 16, этот ответ
не выдерживает проверки здравым смыслом. То есть понятно, что если я возьму сразу число 1 и начну возводить его в степени, то много разных остатков я не заработаю. Да, а вот ответ 1, 2, 4, 8, 16 – это правда. Это не очень очевидное соображение, ну, по крайней мере, здесь оно явно не всем сразу бросилось в глаза, базируется на следующих нескольких вещах, одну из которых у нас не будет времени обсудить, я просто хочу ее напомнить. А другую я все-таки напомню в подробности. Значит, первая мысль, которую я хочу сказать, такая, что если число не делится на 17, то его 16-я степень при делении на 17 дает остаток 1. Значит, мне было бы приятно увидеть чатике, ну там, либо объяснение того, почему я так думаю, либо вопросы, что означают эти три палки. Ну да, понятно, да. То есть мы сильные, сдержанные мужчины, да, и пишем лаконично. Кто знает, что означают эти три священных буквы? Но, по крайней мере, не поступило вопроса про три палки. Это уже радует. Будем считать, что никто не знает. Ладно. Я скажу вам, это означает, что я воспользовался малой теоремой Ферма. Спасибо, Настя. Итак, если P простое число, и A на него не делится, то А в P минус первой степени дает единичку по модулю. Ну, это такой факт, чуть-чуть вылезающий за рамки школьной программы, который, впрочем, скорее всего, если вы начнете им пользоваться, ни у кого не вызовет удивления. Да, в общем, мы считаем, что его более-менее все знают. Как всегда, заблуждаемся. Да. А теперь, раз я как бы узнал, на самом деле воспользовался без спроса малой теоремой Ферма, что 16-я степень у любого числа единичка, я могу сказать следующее, что остатки ведут себя таким образом. Вот у меня есть какое-то число. Допустим, 5. Я делаю следующее. Я считаю степень его остатков по делению на 17. 5 в нулевой – это 1. Я умножил на 5, получил 5. Это 5 в первой, да? Я умножил на 5, получил 5 в квадрате. Это что такое? Ох ты, Господи, 8. Да? 8. Я умножил на 5 и получил 6. Это я умею быстро 40 делить на 17 с остатком. Умножил на 5, получил 13. Умножил на 5... получил 14, да, да, умножил на 5, получил, ох ты ж господи, а что так, блин, это все так плохо у меня будет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, умножил на 5, получил, момент, плохой пример, я очень долго буду ездить, простите, пожалуйста, сейчас, 8 и 5, 40, 6 и 5, 30, 13, 65, 14 на 5 70, это 2. Да, ну понятно, я период будет слишком длинный. Давайте начнем с какого-нибудь безобидного числа. Простите, пожалуйста. Ой. Такого начать, чтобы никто не пострадал. Ну, не знаю, начнем с 8 сразу. 8. 8 в квадрате дает остаток 13, да? Да, так запишем, 13. Так, 13 на 8 это 2. 2 на 8 это 16. 16 на 8 это 9, 9 и 8 это 4,
4жды 8 это 32, то есть 15, 15 на 8 это 1. Вот у меня получился такой цикл. Давайте немножко об этом поговорим в комбинаторных терминах. Я взял и от каждого остатка при делении на 17, скажем, x, проложил стрелочку к остатку от деления на 17 числа 8. Вопрос. Во-первых, почему я приду в какую-то вершину, в которой уже был? Ну, наверное, потому что сила вершин – конечное число. В тот момент, когда я попаду в вершину, в которой уже был, у меня получится, очевидно, цикл. То есть, если я пришел в двойку, и в прошлый раз я из двойки шел в 16, теперь я тоже из двойки пойду в 16. Наконец, последний вопрос. Почему я приду в ту вершину, с которой я начал? Я не мог там с 9 свернуть вот сюда, на 13. Кто может это объяснить? Это, ну... На самом деле, я понимаю, что вы решаете очень трудную задачу, потому что очень непросто ответить на этот вопрос, тщательно избегая включения микрофона. Да, но, ну, потому что этот вопрос, в принципе, легко было бы ответить, если бы можно было использовать более одного слова. Но я понимаю, что, ну, говорят, мастерство рождается из ограничений. Ну, поэтому попробуйте найти слово. Слово цикличное я не понимаю. Оно ничего мне не говорит. Уже что мешает мне вот из 9 свернуть на 13 и дальше ходить вот так? Ну и ладно, ну и пусть все ведут. Два числа ведут 13. То есть вы хотите сказать, что в этом графе тогда в одну вершину войдут две стрелки. Отлично. Не обижайтесь, но мне кажется, что текущий уровень нашей лекции, он никак не предполагает использование такой тяжелой артиллерии. Ну и в любом случае это не ответ на наш вопрос. Это скорее рассказ о том, что мы можем себе его не задавать. Каким образом наличие первообразного корня по модулю 17, что бы это ни значило, мешало бы вот этой последовательности прийти вот сюда. Ну, есть первообразный корень, да, это вычет принадлежащих показателю 16. Хвала Аллаху. Дальше что? А 9 и 8 это 13 по модулю 17. Вдруг бы оказалось. Так а почему два числа-то ведут в 13 плохо, нет? Ну ладно, в общем, да, нет реакции. А что, там микрофоны отсутствуют? Все, да, то есть их не продают больше в магазинах. Ну ладно. Давайте я скажу, почему этого не может быть. Это не может быть, потому что число 8, на которое я умножал взаимно просто с 17. А если 8х сравнимо с 8у по модулю 17, ну, то есть, опять-таки, я не знаю, каковы наши познания в области сравнений. То есть, 8 умножить на х минус y делится на 17. То х сравнимо с y по модулю 17. То есть, действительно, да, из одной из двух разных вершин стрелки не могут вести в одну и ту же. Да, у нас будет простой такой цикл. Мы вернемся в исходную вершину. И я знаю, что если я пройду несколько раз по этому циклу, то я, когда я сделаю 16 ходов, я пройду какое-то целое количество циклов. Это значит, что длина этого периода является делителем числа 16. Вот эта длина периода, то есть наименьшая степень числа А, в которой А дает единичку по данному модулю М, называется показателем, которому число D принадлежит
по модулю M. Обозначается вот так. D – это показатель ORD, ну, потому что это порядок элементов в группе, A по модулю M. Вот мы с вами только что узнали, что восьмерка принадлежит по модулю 17 к показателю 8. Ну и заодно мы открыли следующую вещь, что, скажем, по простому модулю показатель любого ненулевого вычета является делителем числа p-1. Ну, потому что все степени, в которых я у числа a получаю единичку по модулю p, это кратное наименьшей такой степени. Я хожу по вот этому циклу. Ну, а на p-1 шаге я точно получу единичку по малой теореме Ферма. Значит, в этот момент я пройду несколько целых периодов. Это знание, вкупе с некоторыми другими знаниями о том, как вообще устроено, не знаю, там, сравнение по модулю, позволяет решать массу всяких задач. Вот давайте я предложу вам следующую. Это не очень хитрая задача, моя довольно младшеклассном турнире, поэтому давайте я предложу вам некоторое время над ней подумать самостоятельно. Значит, по некоторому нечетному модулю M восстановили, записали все остатки отделения на это число степеней двойки. Ну, вот, скажем, при делении на 9 у меня получаются такие остатки 1, 2, 4 и 8. Нет, погодите, 16, черт, 8, да, 7. 7, 14, 5, дальше 1. Все, вот такие. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Только записали их по порядку, поэтому никто не знает, в каком порядке они получаются. Скажите, пожалуйста, можем мы по этому набору остатков восстановить число, на которое делили? Вот, я знаю, что степени двойки там, по какому-то неведомому мне модулю сравнимы вот с этим. Это полный список. Могу я сказать, что число это задано однозначно, или таких чисел может быть больше одного? Вот вопрос, можно думать. Естественно, не обязательно дожидаться, чтобы там образовалось полностью подробное решение. Давайте я для удобства публики забью условия задачи в чате, и публика подумает. Подсказка в том, что на самом деле тут можно не то, что сказать, что число задано однозначно, его не очень сложно по этому списку определить.
прям вот сдаемся, выходим с поднятыми руками по одному. Ну ладно, что-то, поскольку у нас все-таки формат лекционный, давайте я открою страшный секрет. Посмотрите внимательно на эти делители. Мне кажется, вам должно броситься в глаза, что... Нет, это, конечно, неправда. Минус одно число не было, потому что, например, вот скажем, на девятку все эти остатки, очевидно, не кратны трем. Степень двойки не может давать при делении на девять остаток кратный трем. Вот. Поэтому нет, не должно быть, конечно, минус одно число. Да и опять-таки дело вкуса. То есть, скажем, если я возьму все эти остатки при делении на число, я не знаю, там 15, то это будет 1, 2, 4, 8, все. Потому что 8 и 2 уже 16, дает остаток 1. Не-не-не, там все немножко другое. То есть, в общем, не заходит, да? Ладно, давайте я расскажу, что я имел в виду. Это не очень сложная задача. Вот. Смотрите. Вот видите этот список остатков при делении на 9? Вот там есть, скажем, остаток 2. Почему там тогда есть остаток 4. Ну, просто, да, если вы берете число 2, состоящее при делении на что-то остаток 2, умножаете на 2, у вас чаще всего получается остаток 4. Погодите, тогда я что-то сделал не так, потому что в этом списке есть остаток, скажем, 7, а остатка 14 нет. Почему я... не вижу тут остатка 14. Ну, число меньше 14. То есть правильный ответ такой, то ну ладно, нет реакции. Потому что у тех, которые меньше, чем m пополам, здесь есть удвоенный. А у тех, которые больше, чем m пополам, тут удвоенного нет. Ну хорошо, с девяткой нам повезло. Вот тут как раз граница прошла между четверкой и пятеркой. А не может такого случиться, что, ну там, скажем, будут какие-то остатки меньше m пополам, они будут заканчиваться в районе 100. Потом в районе, там, не знаю, 120 будут начинаться остатки, которые больше, чем m пополам. Ну, я узнаю, что m пополам там где-то, там, не знаю, от 100 до 120 не включительно, а число не вычислю. Ладно, сдаюсь, рассказываю. Дело в том, что среди прочих остатков тут, очевидно, имеется остаток m плюс 1 пополам. Я ведь не зря рассказывал про... период, который дают эти остатки. Вот у нас 1, 2, 4, трали-вали. В какой-то момент я из какого-то остатка получу 1. Из какого? Вот из этого самого m плюс 1 пополам. То есть самый первый остаток, у которого тут нет удвоенного, это остаток, переходящий в единицу. Ну да, наверное, уже если я найду тут m плюс 1 пополам, дальше я m как-нибудь определю. Вот такая занятная задача. И я хотел, ну, публику... попросить вспоминать о том, что бывают остатки степени. Это практически основная информация, которую я хотел сказать, что бывает. Показатель, которому число принадлежит по модулю, этот показатель является делителем всех степеней, в которых это число дает единицу по данному модулю. Так, следующая вещь, о которой я хотел поговорить, которая вот совсем лежит рядышком со школьной программой, настолько, что даже... один раз жюри Всероссийской Олимпиады сочло возможным включить вариант, практически вопрос, дети, знаете ли вы эту теорему, отметьте галочкой «да» или «нет».
Это китайская теорема об остатке. Ну, во-первых, давайте проверим, кто-то ее знает. Вообще, что такое китайская теорема об остатке? Знаем ли мы это? Там плюсы, минусы, там какое-нибудь голосование, что ли, неформальное. Ну, вот раз, плюс, два. Что характерно, три плюс. Минусов нету. А вы в кружке занимаетесь каком-то, да? Онлайн. Это же, мне кажется, невозможно. 6. Ну ладно, в общем, минусов нету. Все знают, что такое китайская теорема об остатках. Окей, вы сэкономили мне усилия, и мне не надо ее формулировать. Тогда это последний шанс. Еще через 30 секунд я не буду формулировать, если кто-нибудь скажет, что это надо. Я предложу вашему вниманию следующий вопрос. Ну, чтобы проверить, что мы понимаем, где мы находимся. Знаете ли вы, что такое число, свободное от квадратов? Ну, наверное, знаете. Это число, которое не делится ни на какой квадрат числа большего единицы. То же самое это число, которое является произведением различных простых. То же самое это число, в разложении которого все простые входят в первых степенях. Ну, скажем, число 14 свободно от квадрата. Это дважды хи. Число 15 свободно от квадратов, это трижды 5. Число 13 свободно от квадратов, это просто простое число 13. Вот число 12, число 16, они не свободны от квадратов, потому что 12 делится на 2 в квадрате, и 16 тоже делится на 2 в квадрате. Как, возможно, вы заметили, я нашел целых 3 подряд свободных от квадратов числа. 13, 14, 15. А больше, пожалуй, у меня и не выйдет, потому что каждая четвертая просто тупо делится на 2 во второй. Хорошо, а можно наоборот? Могу ли я найти, скажем, 100 последовательных натуральных чисел, которые были бы не свободны от квадратов, так чтобы каждая из них делилась на квадрат какого-нибудь натурального числа большего единицы? Почему? А что такое А? Ну, я уж не говорю, что такое остаток минус А. То есть проблема не в том, что остатка отрицательного не бывает. Проблема в том, что люди, которые думают, что он бывает, воздвигают на своем пути большие неприятности. Да? Ну, неважно, я понял. Число сравнимое с минус А по модулю А квадрат. Так, а что такое А? То есть вы предлагаете найти число, которое сравнимо, скажем, с минус 3 по модулю 9 и с минус 6 по модулю 36. Такого числа не существует. Ага. Ну ладно, хорошо. Будем считать, что да. Ну да, действительно, есть такой подход. Значит, во-первых, давайте пообсуждаем, что сейчас происходит. Я хотел бы найти 100 подряд чисел, которые делились бы на какие-нибудь квадраты. Ну вот мне говорят, давайте просто там, не знаю, n будет делиться на 2 в квадрате, n плюс 1 будет делиться на 3 в квадрате, n плюс 2 будет делиться на 4 в квадрате и так далее. Вот понятно, что когда я дошел до этого места, я уже проиграл. Потому что n и n плюс 2 не будут оба делиться на 4. А в чем причина моего проигрыша, ну, если говорить чуть-чуть по-умному и формализованно, то в том, что здесь и здесь я потребовал,
чтобы одновременно n было решением двух сравнений, вот таких, по двум невзаимно простым модулям. А если есть два модуля, которые оба делятся в данном случае, скажем, на 4, то каждое из этих сравнений, в частности, говорит, с чем n сравним по модулю 4. И если говорит разное, то я не найду такого. Как избежать этой неприятности? Надо постараться сделать так, чтобы модули не имели общих делителей. Да, и ответ на этот вопрос дает нам китайская теорема об остатках. Она говорит, что если у вас имеется k модулей, каждые два из которых взаимно просты, то вот такая вот система из k сравнений всегда имеет решение. Ну, то есть, по набору попарно взаимно простых чисел вы можете создавать число остатки независимо друг от друга. Ну, хорошо, вот давайте теперь пообсуждаем, как это соображение может помочь в решении какой-нибудь не очень хитрой задачи. Вот это какая-то реальная задача, какой-то всероссийской, не помню какого года. Я очень бунтовал как раз против нее, потому что она в чистом виде тестируем в остатках. Но бывает чуть более завуалированная. Итак, вопрос. При каких натуральных n можно найти такие натуральные числа b1, b2 и так далее, bn, не все равны, чтобы вот такое произведение b1 плюс k на b2 плюс k и так далее на bn плюс k всегда было какой-то степенью натурального числа с показателем большим единицы. Показатель может быть разный при разных k, но никогда не должен быть равен одному. Ну вот, опять-таки, чтобы публике было удобно, я бросил задачу в чатик. Ну, поскольку это все-таки такая технически довольно вознючая задача, давайте я не буду сейчас дожидаться, пока вы ее решите, а мы сейчас обсудим, вот почему сразу видно, что это китайская теорема об остатках, и как китайская теорема об остатках в такой ситуации работает. Что мы знаем? Ну, произведение n со множителем – это степень натурального числа. Все эти сомножители не должны быть равны, потому что тогда b-шки все равны. А что можно брать равными? Ну, можно брать равными по несколько штук. А, ну, во-первых, я тогда только что решил, значит, таким образом. Давайте скажем, что, вот скажем, n – это произведение двух чисел, a и c, больше единицы, да? Давайте тогда возьмем c групп по a одинаковых b-шек. Если взять А одинаковых Бшек, то произведение Б плюс К в такой группе будет всегда А-тая степень. Произведение нескольких таких групп тоже будет А-тая степень всегда. А больше единицы, потому что я разложил n на два множителя больших единицы. И не все Бшки будут одинаковые, потому что С тоже больше единицы, то есть у нас больше одной группы. То есть, если число составное, то задачи нет. Поэтому интересен другой вопрос. А если n число простое, правда ли, что мы тогда сможем избежать того, чтобы это была степень натурального числа? Ну да, конечно, правда. Смотрите, как узнать, что число не является степенью натурального числа? Вообще, что такое степень натурального числа, если не по школьному определению, произведение нескольких одинаковых сомножителей, а в ситуации, когда эта степень является нам как произведение. Ну, понятно, что, наверное, надо думать о разложении на простые множители. Скажем, квадрат – это такое число, в разложении которого на простые множители все степени, больше, все степени кратны 2. А куб, где все кратны 3 и так далее. Ну, стало быть, надо бы нам как-то добиться того, чтобы вот у этого числа в разложении на простые множители
степени вхождения простых чисел не имели общего делителя большего единицы. Как? Но поскольку за всеми простыми мы не уследим, есть такой логичный ход. Давайте возьмем числа, там, я не знаю, к примеру, 1, 2 и так далее. А хотя вот давайте я сейчас проверю, понимаете ли вы, почему я точно могу. А не, нельзя просто сделать сразу так, что вот, скажем, не знаю, давайте число B1 будет, B1 плюс K будет делиться на первую степень числа P1, B2 будет на первую степень числа P2 и так далее. То есть просто давайте потребуем, чтобы там B1 плюс K было сравнимо, к примеру, с минус P1 по модулю P1 в квадрате. Ну, то есть K это что-то нам знакомое. Это минус P1 минус B1 по модулю P1 в квадрате. Ну, и просто вот написали N таких сравнений по модулю N разных простых чисел. И все. Здесь какое-то простое число в первой степени, здесь какое-то. Вот я нашел n разных простых чисел в первых степенях в моем числе. Ну, понятно, что если b1 плюс k это минус p1 по модулю p1 в квадрате, то b1 плюс k на p1 делится, а на p1 в квадрате нет. Все, я решил задачу или как-то слишком легко получилось? Халява, сэр. Отличная мысль. Большое спасибо, Михаил. Именно так. Мне мало того, чтобы число P1 было в первой степени здесь. Мне, чтобы в остальных скобках его не было. А что делать? Очень просто. Смотрите, если одно и то же число P1 входит и сюда, и сюда, это значит, что оно является делителем разности этих двух скобок. То есть оно не очень большое. Да? Но давайте возьмем из всех вот этих разностей b-шек, там b-итая минус b-житая, самую большую. И будем брать только простые числа, которые больше этой разности. С такими простыми числами не забалуешь, если такое простое число вошло в одну скобку, в другую оно уже не войдет. А, ну тогда, да, нет, теперь мое решение пройдет, потому что давайте я просто потребую, чтобы итая скобка содержала итая простое число в первой степени. Для этого вполне достаточно, чтобы b итая плюс k было сравнимо по модулю p итая в квадрате, скажем, с p итая. Вот. Ну, это какое-то линейное сравнение на k. У меня получается n таких сравнений по модулю степеней по квадратов n разных простых чисел. Китайская теорема об остатках говорит мне, что такая система решится. Окей. Все понятно. Никаких проблем не возникает. Да? Хорошо. Отлично. Давайте я поговорю еще о какой-нибудь ерунде. Можно? Следующее соображение, которое нам может пригодиться, это соображение подсчета. Давайте я опять-таки проиллюстрирую это такой несложной мыслью. Какой несложный мысль. Как вы думаете, каких натуральных чисел от 1 до миллиона больше? Тех, которые являются суммой 6 шестых степеней натуральных чисел.
или тех, которые не являются? Каких натуральных чисел меньших миллиона больше? Тех, которые являются суммой шести шестых степеней натуральных чисел, или тех, которые не являются? Задумались. Ну ладно, давайте я выскажу такое соображение, опять-таки, не очень сложно. Понятно, что решение индивидуального уравнения n – это сумма шести шестых степеней, это как-то слишком для нас, да? Вот. Ну вот... Прекрасное рассуждение нам прислали в чатике, да, оно прекрасно всем сразу, и тем, что оно угадывает основную идею, и тем, что у него, кстати, неправильный ответ. Все правильно говорят. Вот смотрите, у меня есть число меньше миллиона. Это сумма шести шестых ненатуральных чисел. Что это за натуральные числа? Ну, их сумма меньше, чем 10 в шестой. Значит... Все эти числа не больше 9, но и не меньше единицы. А теперь давайте просто посчитаем, сколько таких сумм я найду. Если я не интересуюсь суммой, а просто беру набор упорядоченный из 6 натуральных чисел от 1 до 9, то вариантов у меня получается 9 в 6. Как нам справедливо замечает Михаил, это несколько больше 500 тысяч. Там много есть интересных соображений, да. Правда ли, что действительно получится столько таких сумм? Ну, конечно, неправда. Есть масса причин. Вот на одну, например, уже указали. Давайте заметим, что в нашей группе шести чисел девятка может быть только одна. Вот по той самой причине. Давайте прикинем, значит, что там 9... В квадрате это 81, значит, 9 в шестой больше, чем 80 в третьей, 512 тысяч. Да, больше полумиллиона. Давайте тогда сделаем следующее. Давайте, во-первых, запишем наши числа в невозрастающем порядке. Нас же интересует не решение, а только сумма. Да? Тогда девятка, если она есть, будет стоять на первом месте. Значит, чтобы сумма набралась... меньше миллиона, я x первое должен выбирать только 9 способами, очевидно, да. А все остальные уже не более чем 8. Значит, всего таких наборов не более чем 9 на 8 в пятой. Ну, что такое 9 на 8 в пятой? 8 в пятой – это 2 в 15, 32 768. Ну, если я скажу, что это меньше 40 тысяч, то у меня уже получится меньше, чем 360 тысяч. Это сильно меньше полумиллиона, и победа одержана.
Понятно, что это очень грубая оценка. В принципе, при помощи таких рассуждений можно пойти гораздо дальше. Скажем, я сразу получил оценку там что-то в районе 300 тысяч. Это при том, что я, например, не учитывал такое разумное соображение, что у меня полученные суммы посчитаны очень много раз, потому что x-то я могу переставлять. И все суммы, кроме 9, посчитаны уж минимум 2 раза, на самом деле больше. Так что эта оценка еще завышена более чем в 2 раза. Ну да, ну в общем, просто я призываю публику считать. Ну я дал вот опять-таки бумажку, задачку, в которой не очень сложно аккуратно посчитать числа, представимые в каком-то виде, и тогда кое-что узнать. Это, кстати, в общем, не очень очевидное рассуждение. Вот, скажем, попробуйте объяснить себе, это классический такой вопрос арифметики, может быть, слыхали его, про проблему Варинга. Да? Вот с одной стороны мы знаем, нам это Гильберт доказал, что не только там любое натуральное число можно набрать 4 квадратами целых чисел, там 9 кубами целых неотрицательных чисел, 21 четвертой степенью и так далее, для любого k, если я буду брать каты и степени неотрицательных целых чисел, то есть какое-то фиксированное количество, которого всем хватит. А как получить оценку снизу? Ну, вот, например, первая очевидная оценка, что этих степеней не может быть меньше k. Вот ровно из тех соображений, из которых я сказал. Потому что если вы хотите числа от 1 до n в каты набирать катыми степенями, то у вас основание этих степеней от 0 до n-1, да, вам просто не хватит k-1 слагаемого, у вас получится только n в k-1 вариант. Ну, это, как вы понимаете, не конец приложения этих соображений, только начало. Уф. Есть еще вещь, о которой я хотел сегодня поговорить. Ну, давайте я начну с прямого и циничного вопроса. Скажите, пожалуйста, дорогие дети, конечно или бесконечно количество решений в натуральных числах, ну, скажем, такого вот уравнение. Ну, это довольно ходовая ситуация. Ну и так далее, может, там еще есть. Принимается соображение и ставки. Но, с одной стороны, мне приятно, что у нас есть люди, которые знают общий вид пифагоровых троек. Но, честно говоря, я не понял, потому что, смотрите, вот эти два числа x и x плюс 1 должны быть одно разность двух квадратов, а другое удвоенное произведение. Ну и чего? То есть вот это u квадрат минус 2uv минус v квадрат, это плюс минус 1. Ну, потому что я не знаю, кто тут четный, а кто нечетный, просто говоря. Да?
А и чего, и вам очевидно, что это уравнение имеет бесконечно много решений? Ничего личного, но мне не очевидно. Я бы не сказал, что задача принципиально упростилась. Ага, а здесь уже уравнение Пеллера. А мы знаем, что уравнение Пеллера бесконечно много решений. И кто хочет нам кинуть плюсик в знак того, что он понимает это обсуждение высокоинтеллектуальных граждан Шерлока Холмса и его брата Майкрофта? Ну, судя по тому, что с нами общается только Миша, да. Я чувствую, нет, в общем, большое спасибо, Михаил, это примерно то, что я хотел услышать. Ну, то есть, понятно, дело не в том, что вы прошли испытания на то, знаете ли вы это, наверное, знаете, а в том, что мне было интересно, сколько у вас таких тут есть. Судя по всему, один. Окей, давайте я расскажу. Значит, во-первых, да, давайте я просто возьму это решение и распишу это уравнение, ну, по-честному, а то эти... квадраты непонятные. Здесь написано следующая вещь. 2х квадрат плюс 2х плюс 1 равняется y квадрат. Ну, можете считать, что это профессиональное, но я как-то сразу не хочу линейной части. Мне не нужны х в первой степени, я умею выделять полный квадрат. В школе, кстати, почему-то считают, что полный квадрат выделяют, когда делят. Вот отсюда выносить будет. Это, по-моему, плохая идея. У нас же целое число. Давайте умножать. 2y квадрат это... Что такое 4х квадрат плюс 4х плюс 2? То есть 2y квадрат это 2х плюс 1 в квадрате плюс 1. Смотрите, что мы узнали. Мы узнали, что вот этот вот квадрат, давайте его, чтобы не возиться каждый раз, просто обозначим u квадрат, минус... удвоенный y квадрат дает минус единицу. Вот. Нас спрашивают фактически, правда ли, что у этого уравнения имеется бесконечно много решений. Ну, формально говоря, я сделал какую-то замену задачи. Да, а что делать? А правда ли, что если я тут найду бесконечно много решений, я у исходной задачи найду? Ну да, правда, потому что мне все, что надо, это чтобы я обратно по u нашел x. А u это 2x плюс 1. То есть мне надо, чтобы u оказалось нечетным. Ну, наверное, оно им окажется, да, если это 2y квадрат плюс 1. Короче, давайте забудем нашу исходную задачу, будем решать вот это. Как нам любезно сообщил неизвестный мне Михаил, то, что мы увидели, называется уравнение Пеллера. Я не очень твердо умею отвечать на вопрос, что является уравнением Пеллера, потому что этими словами обозначает целый класс уравнений. То есть, в принципе, исторически так совершенно ошибочно Эйлер назвал уравнение, которое придумал Ферма, решали разные английские математики, но Пеллера среди них не было. Вот такое уравнение. X квадрат минус dy квадрат равняется единице. Где d – это какое-то натуральное число, не являющееся квадратом. Потом публика стала, в силу значимости этого уравнения, чуть-чуть расширять исходную постановку задачи. Поэтому, скажем, если здесь поставить минус 1, то тоже говорят это уравнение Пеллера. Если 4 и минус 4 – точно уравнение Пеллера. Ну, а вообще во всяких книжках, типа, там, не знаю, Solving Pell's Equation, там вообще любое уравнение вида x квадрат минус dy квадрат равняется k, где d – это не точный квадрат, называется уравнением Пеллера. Вот давайте немножко об этом поговорим. Значит, первая вещь, которую я хотел бы вам сказать,
это то, что надо аккуратнее говорить, когда у этого уравнения есть решение, когда нет. Значит, если я уравнением Пелля называю уравнение вот такого вида с единичкой в правой части, то натуральное решение есть всегда, и их бесконечно много. Я сейчас немножко обсужу этот вопрос. Этот факт, по-видимому, был установлен в 17 столетии. Говорю по-видимому, потому что первый человек, который им занимался, был Пьер Ферма, а у него, как известно, вечно были проблемы с бумагой. Если я чуть-чуть подвинусь в сторону и разрешу правой части быть хотя бы минус единицей, уж не говорю там, каким попало целым числом, мое предыдущее утверждение немедленно лопается, потому что даже при минус единице, ну, скажем, вот такое уравнение, x квадрат минус 3y квадрат равняется минус единица, очевидно, не имеет решения просто потому, что x квадрат не бывает сравним с минус единицей по модулю 3. С другой стороны, и мы сейчас это увидим, если какое-нибудь уравнение такого вида, самое общее, имеет хотя бы одно решение, то дальше оно их найдет бесконечно много, и я расскажу вам, почему это повод порадоваться. Ну, давайте, во-первых, сначала отвечу за свои слова. И что-то у меня имеется начальное такое стандартное уравнение Пелля, у которого в правой части единица. Как найти у него бесконечно много решений? Это делается гораздо легче, если записать это уравнение в правильном виде. Я скажу вам, что здесь написано. Здесь написано, что некоторую квадратичную иррациональность x плюс y корней из d умножили на сопряженную к ней x минус y корней из d и получили единицу. Ну вот, например, если d равно 2, это, во-первых, вообще наименьшее не квадрат, который я могу сюда подставить, а во-вторых, это число из нашей задачи, я могу найти такой пример. 3 плюс 2 корня из 2 на 3 минус 2 корня из 2 – это 1. Такой пример находится всегда. Доказательство этого утверждения на текущей лекции не последует. Не то чтобы это сложно, но наши запасы времени этого совершенно точно не позволяют. Ну, допустим, я нашел откуда-то это решение. Ну, чтобы сразу вы не сильно полагались на метод тыка, могу сказать, что когда Ферма, по-видимому, решил это уравнение и послал вызов английским математикам, чтобы они тоже порешали, есть прекрасное письмо Ферма, там что, ну, там, типа, если вы не справитесь, в общем, разберите какие-нибудь нехитрые частные случаи, то с типично любовью француза к англичанам он предложил им в качестве частного случая разобрать случай, когда D это 109. В этом случае наименьший y имеет 19 знаков, что несомненно. В n-ную степень. Что я получу? Ну, ясно, что если я вот здесь вот раскрою скобочки, то я получу какое-то снова число вида an плюс bn корень из 2. Ну, пишу an и bn, а не a и b, чтобы подчеркнуть, что при разных n будут получаться, конечно, разные числа. Скажите, пожалуйста, а во что превратится правая скобка? Ну вот Михаил, наверное, знает, раз он говорит такие вещи. А дальше? Кто еще понимает? Ну давайте я скажу. Превратится в an минус b. То есть если бы квадратичная и рациональность заменились на сопряженную, то n ее степень тоже заменилась на сопряженную. Ну, у меня все-таки имеется профдеформация, и бзик, я хотел бы, чтобы дети над чем-нибудь подумали сами. Я призываю публику самостоятельно себе объяснить, почему так получается. Это очень просто. Ну, тогда понятно, что, я из одного решения вот такого уравнения найду сколько угодно решений того же самого уравнения, то есть, скажем, 3 плюс 2 корня из 2 в квадрате, это 17 плюс 12 корней из 2. И да, действительно, 17 в квадрате 289 минус 2, это 12 в квадрате, то есть 144, это 1. Далее везде.
А во-вторых, есть еще такая важная мысль. Представьте себе, что я хочу решить какое-то уравнение Пелля уже не с единицей в правой части. Ну вот, конкретно в моей задаче мне была нужна минус единица. Ну, я сразу начну с того, что оно может не иметь решения. Вопрос в том, когда оно имеет решение, увлекательно, я о нем не сейчас. Но в реальной жизни я просто нахожу. Вот то, что здесь бывает, извините, пример 1 в квадрате минус 2 на 1 в квадрате, это минус 1, ну, я просто вот не сильно даже напрягаясь подобрал этот пример. А дальше следующее, что здесь написано, что вот эта штука, как бы мне загадать еще какое-то число, которое при умножении на спряженное даст минус единицу? Очень просто. Мы с вами только что договорились, что я могу найти сколько угодно чисел такого вида, которые в произведении с сопряженными дадут единицу. Вот это я точно знал. А теперь давайте умножим это на это. Что произойдет? Это на это даст какое-то число, какую-то квадратичную рациональность с корнем из двух. Это даст сопряженную, а в правой части будет минус единица. Ну, то есть, например, в нашей задаче любое число вида u плюс y корень из двух, которое есть, что там начальное, 1 плюс корень из двух, на 3 плюс 2 корень из двух в n, мне подойдет. И да, таких бесконечно. Перед тем, как продолжить, поскольку у нас все-таки мероприятие формата сборов, я поясню, в какой мере это нам может пригодиться прямо сейчас. То есть, с одной стороны, уравнение Пелля сильно выходит за рамки школьной программы. Ну, сейчас уже, я боюсь, поздновато это открытие. Вот, сильно выходит за рамки школьной программы. И, ну, грубо говоря, там, задачу, подобную предыдущей задаче по критической теореме об остатках, где надо будет просто проверить, не знаете ли вы уравнение Пелля, ну, я надеюсь, на Всероссийской Олимпиаде дать ему не могут. По крайней мере, я бы категорически возражал. С другой стороны, ну, давайте, конечно, померю сейчас свое соединение, но вообще, а до этого что было? Но, как мы только что видели, это я параллельно узнаю, что у меня с интернетом, а заодно все-таки рассказываю. Благо, не так много мне осталось рассказать. У меня очень бодро пока что. Сюда 80 килобит в секунду. Сейчас померяем отсюда. Долго и тщательно меряем. Вот. Это прекрасный способ предъявлять всякие примеры. И вот как средство предъявление какой-то конструкции, в которой все хорошо, уравнение Пелля практически убивает многие задачи, которые могут вам встретиться. Давайте я приведу пример такой задачи. Ну, это какая-то очередная задача с не очень древней Всероссийской Олимпиады. Я даже могу посмотреть, с какой по приколу. Поскольку я же ее и сочинял, то я совершенно без понятия, когда это было. Ибо склероз не дает покоя мне. Ну да, в 11-м, что ли, году. Такая. Взяли и померили наибольший простой делитель числа n квадрат плюс 1. То есть давайте назовем p от n наибольший простой делитель числа n квадрат плюс 1. Докажите, что какое-то простое, бесконечно много простых чисел будут выступать в этой роли
хотя бы 3 раза. Ну, давайте, опять-таки, тем более с учетом того, что говорят, у кого-то не очень хорошо с видео, давайте я прямо эту задачу кину в чатик. Вот как ее решить? Вообще она решается как угодно. Это как раз вот мое сообщение вам, что на Всероссийской Олимпиаде не может быть задачи для решения, которой необходимо пользоваться уравнением. Но задача, в которой становится гораздо лучше жить при помощи уравнения Пелле, там может быть сколько угодно. Ну, давайте начнем с каких-то общегражданских соображений. Вот, ну, наверное, таких простых чисел вообще бывает сколько угодно, да? Ну, почему? Потому что вот я нашел какие-то простые числа, да, они побывали чьими-то делителями в таком качестве, делителями каких-то чисел вида n квадрат плюс 1. Ну, давайте я их все перемножу, возведу в квадрат, прибавлю единицу. У этого числа есть какой-то новый простой делитель, отлично от всех ранее встречавшихся. Вот я нашел новое простое число, которое является делителем какого-то квадрата плюс 1. Следующий вопрос. А почему, собственно говоря, надо спрашивать про 3 числа? Почему не про 2? Число p является делителем какого-то n квадрат плюс 1. Тогда совершенно очевидно, что если n поделю на p с остатком, то r квадрат плюс 1, квадрат этого остатка плюс 1 делится на p, и n минус r в квадрате плюс 1 тоже делится на p. А поскольку оба основания этих квадратов p минус r квадрат, оба меньше, чем p, то вот эти квадраты плюс 1, они меньше, чем p квадрат. То есть тут p автоматически оказывается наибольшим простым делителем. То есть интересно не это, а то, что я могу что-то большее, чем p, возвести в квадрат, прибавить единицу, и это будет все еще делиться на p. Так что p будет наибольшим простым делителем. Как бы этого добиться? Ну, смотрите, вот то, что я здесь обеспечил, что p это, ну, не p только, тем более, что мы же p-то какое-то хотим найти. Ну, почти да. В целом, это ход ваших мыслей мне нравится, Мария Ивановна, да. А здесь нам удалось обеспечить себе p как наибольший простой делитель, очень просто. Вот эти квадраты плюс 1, они меньше, чем p квадрат. У них есть делитель меньше, чем корень из них. Да, но p самый большой. Два таких делителя не влезут. То есть, как-нибудь так можно по-другому сделать. А у каких делителей, то есть, не шанный простой делитель. Скажите, пожалуйста, как бы сделать так, что у числа вот не было бы здоровенных простых делителей, больше, чем корень из него. Вот, например, если число квадрат, то, очевидно, его простые делители не больше, чем корень из него. Момент. Это не работает. Дело в том, что давайте это будет квадрат умножен на что-нибудь. Вот согласны ли вы с тем, что если n квадрат плюс 1 это 5k квадрат, то все простые делители этого числа меньше, чем, не больше, чем k. Ну, наверное, согласен. Тогда напрашивается такой ход. Давайте найдем много решений такого уравнения. То есть вот n квадрат минус 5k квадрат равняется минус 1. Обратите внимание, почему я взял 5. По очень простым соображениям, мне надо найти бесконечно много решений такого уравнения, а чтобы их было бесконечно много, не худо бы, чтобы сначала было одно. Вот, например, если взять тройку, то я проиграю на первом шаге. Ну, окей, мне, в общем, все равно, что взять. Давайте, ну,
Еще надо, желательно, чтобы не очень напрягаться с поисками примера. 13 тоже подойдет. 5 уже отлично. Вот. Почему здесь есть решение? Ну, понятно, потому что если n равняется 2, а k равняется 1, то вот я нашел решение этого уравнения. Как мы знаем, тогда решений бесконечно много. Ну, если вы, скажем, пугаетесь, что вам не поверят, что вот у такого уравнения бесконечно много натуральных решений, ну окей, но подберите здесь решение методом тыка, 9,4, это не очень сложно, да? И вы знаете, что вот любое такое решение вам подойдет. Тогда здесь подойдет любое такое решение. N плюс K корень из 5, это что там? 2 плюс корень из 5 умножить на 10 плюс 4 корень из 5 в степени S. С любым натуральным S. Все, я это записал, я это забыл. Вот у этого уравнения имеется бесконечно много решений. Ну тогда я знаю, как решать нашу задачу. Давайте возьмем... число n квадрат плюс 1. Возьмем у него самый большой простой делитель. Этот простой делитель, ну не знаю, обозначим буквой Q, является, помимо всего прочего, наибольшим простым делителем каких-то двух чисел а квадрат плюс 1 и b квадрат плюс 1, где а и b меньше q. А еще он является наибольшим простым делителем числа n квадрат плюс 1. Причем я думаю, что n больше q. Почему? Ну, потому что, например, n квадрат плюс 1, которая является делителем кратным q, это 5k квадрат, да? То есть q уж во всяком случае не больше, чем k. Но если я взял k больше 5, да, у меня большие решения, то значит, оказывается, что n совершенно точно больше, чем даже... Ну да. Вот я нашел третье такое решение. Ну, давайте сразу вот, так сказать, о прикладной стороне дела. Правда ли, что эту задачу надо обязательно решать так? Нет, неправда. Желающие могут попридумать у нее совершенно ручные решения без этого. Ну, некоторые из них, так сказать, требуют изрядной фантазии. А тут сразу очевидно, я хочу, чтобы у числа n квадрат плюс 1 были небольшие простые множители. Ну, квадратная константа, Пелли мне сразу помог. Во-вторых, что делать с возможностью использования того, что уравнение Пелев всегда есть решение? Я сказал такую вещь. Дело в том, что по моему опыту, скажем, не знаю, там, решение за Всероссийской Олимпиады, но иногда их сочинение. Я не видел ни одной, и надо было бы знать, что эти решения есть у общего уравнения Пелев. Там вот x квадрат минус любая константа на y квадрат равняется минус единице. Равняется единице. Вот здесь нам, скажем, помогла пятерка. Где-то в жизни что я видел, что помогает двойка там, или семерка. Знаете, во всех этих случаях, мне кажется, наименьшее решение уравнения Пелля просто проще найти методом тыка. Перебрав однозначные игреки, чем разводить высокую теорию, объясняя, почему эти решения существуют. А вот если вы наименьшее решение нашли, то что остальных бесконечно много, действительно, правда, просто путем возведения в степень. Но это вот уже, так сказать, по порядку ведения. Что будет, если вас спросят, почему такие решения есть? В любой ситуации, которая вас может встретить в ближайшую пару недель, это просто устанавливается вручную. Вот такая мысль. Ну, мне кажется, я вас немножко загрузил уже, поэтому не надо ронять в вашу голову чего-нибудь еще. Всем большое спасибо. Сейчас вы порешаете какие-то задачки про это. Вопросики задайте какие-нибудь. Ну, я понимаю, что вы не будете, вы не включаете микрофоны и камеры. Но вдруг все-таки. Алло? Он даже сказать, что вопросов нет, не можем. Ладно, тогда большое спасибо всем и до свидания.